Памятная монета Абхазский государственный университет 85 выполнена из серебра 925 пробы. Диаметр монеты 39 мм, вес 34 грамма, номинал 10 апсаров. Боковая поверхность монет рифленая, тираж 700 штук. Аверс. В верхней левой части на зеркальном поле изображен номинал монеты «Жапсарк» на абхазском языке. В правой нижней части рельефное изображение государственного герба Республики Абхазия. Полукругом расположена надпись на абхазском языке «Апсна Абанк». В нижней части обозначен год чеканки монеты – 2017. На реверсе по окружности расположено название университета на абхазском языке «Апснапи Ахунткарат университет» и девиз «Ацари Аацари». В центральной части изображен земной шар, который является символом вхождения АГУ в Евразийскую ассоциацию университетов. На фоне земного шара изображено здание университета. Под ним ветвь лавра как символ мира. Ниже – 7 звезд – атрибуты государственного флага. В центральной левой части изображено число 85 лет со дня основания университета. В верхней части расположено изображение государственного герба. Памятная монета Абхазский государственный университет 85 из серебра с выборочным золочением выполнена из серебра 925 пробы и золота 999 пробы. Диаметр монеты 39 мм, вес 34 грамма, номинал 10 апсаров. Боковая поверхность монеты рифленая, тираж 500 штук. В верхней левой части на зеркальном поле изображен номинал монеты «Жапсарк» на абхазском языке. В правой нижней части рельефное изображение государственного герба Республики Абхазия. Полукругом расположена надпись на абхазском языке «Апснабанк». В нижней части обозначен год чеканки монеты 2017. Государственный герб и число 10 выполнены в технике золочения. На реверсе по окружности расположено название университета на абхазском языке «Апснапи Ахунткарат университет» и девиз «Ацари Аацари». В центральной части изображен земной шар, который является символом вхождения АГУ в Евразийскую ассоциацию университетов. На фоне земного шара изображено здание университета. Под ним ветвь лавра как символ мира. Ниже 7 звезд – атрибуты государственного флага. В центральной левой части изображено число 85 лет со дня основания университета. В верхней части расположено изображение государственного герба. Государственный герб, земной шар и лавровый венок выполнены в технике золочения. Художник Тимур Кайтан. Реализация памятных монет Банка Абхазии из драгоценных металлов юридическим и физическим лицам осуществляется кредитными организациями Республики Абхазия.